Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о женских часах Orient модель ET0Y004W. Модель выполнена в фиолетовом цвете с белым циферблатом. Корпус сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи. Застежка металлическая, классическая. Задняя крышка стальная с информацией о модели и фирменной голограммой. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый, цифры римские. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой. Кроме основного циферблата имеется также малый циферблат, дублирующий время в 24-часовом формате, и маленький циферблат с днями недели. Механизм часов пружинный, балансовый. Точность хода плюс 40, минус 20 секунд в сутки. Часы заводятся при ношении на руке автоматически. Запас хода такого механизма до 40 часов при полном заводе. Класс водозащиты 3 атмосферы. Часы не боятся случайных брызг. Диаметр корпуса 37 мм. Толщина 12 мм. Для установки даты дня недели и времени предусмотрена коронка справа. Сначала нужно установить день недели. Для этого отводим коронку на 2 щелчка в сторону и поворачиваем часовую стрелку к отметке 3 часа утра или ночи. Если нужно на несколько дней недели вперед перевести, мы возвращаем часовую стрелку на отметку 23 часа и снова ведем ее к 3 часам. Итак, нужное количество раз. 23 и 3. Затем устанавливаем текущее время, обращая внимание на время относительно полудня. После чего возвращаемся на один щелчок обратно и можем установить нужную нам дату, поворачивая коронку против часовой стрелки. После всех настроек не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав ее к корпусу. В комплект с часами поставляется инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон с фирменной голограммой, уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.